Основной акцент на хороший взрывной шаг, то, что не хватает, да? Почему, подождите, не торопитесь, почему вы его не делаете на мяче? Потому что вам нету до этого времени, то есть вы сосредоточены на полете мяча и на выходе. У вас страдает именно вот это вот движение, взмах быстрое, резкое и шаги хорошие, да, прям наступает, на пятки наступает. Прям чтобы слышно было, когда вы туда наступили, движение. Бросили. Что? Как этот? Если ты так сделаешь, как чешник говорит, ты дым. Ты дым, да. Две руки поднимаешь, ты дым. Две руки поднимаешь. Забываю. Тебя две руки поднимают. Я опаздываю камеру. Нет, неправильно. Почему неправильно? Я понимаю, что неправильно. Шагом левой ноги, руки немного вперед. Шагом правой ноги, руки максимально назад, наклонить. Левый повторяешь, руки немного поднимаешь. Да. Да, хорошо. Все правильно. Сегодня тренировки с 8 утра, что-то с 8. Мы еле глаза продрали в 9:30, что ли. Такие, давай не пойдем. Я говорю, ну как это? Иди, говорит, без меня. Я говорю, нет. А всегда так. А потом, да не, нормально, хорошо, что сходили. Ну, типа, проснулись. Движение, смотри, как только ты начинаешь, вот смотри. Вот делай медленно, смотри, ты в центр тяжести, стой, да, смещаешь на левую ногу, то есть вот ты пошел, у тебя инерция туловища пошла, движение, левый подставил чуть, и руками, да, немного вперед, смотри, вот движение рук вперед, прям вот ты вот так держишь, вот движение, естественное положение рук, шагаешь, руки назад, левый подставляешь, и идет замах, то есть ноги, когда мы выходим на две ноги впереди, они должны быть согнуты. Вон туловище обязательно вперед. У тебя же прыжок идет за счет ног. Да. Только вот это положение, вот смотри. Руки, эффект лягушки. Руки, ноги тебя поднимают вверх. Да. Что такое? Пятку отбил? Нет, руки свело. В плечах. Растягивать. Растягивайте всегда, тяните все руки и ноги. Закончили с шагами. Сейчас друг за другом. Упражнение, подводящее на выход под мяч и ловля мяча. То есть прыгаете и ловите мяч, как удар. Основная задача, сегодня ловить удар. Да, с одной стороны хорошо, а с другой стороны как бы отвод с плеча. Да, это работает. То есть что нужно? Немного отвести локоть назад. Большой идет первый шаг, очень большой. То есть смотри, ты делаешь большой шаг левый,
потом делаешь так. Первый маленький, второй большой. То есть вот движение, ты сама встала, да, вот это движение. Сконцентрировалась на шагах. Да. Молодец, Илюха, корректировался, правильно все сделал. Корректирующий шаг. Пойдет уже лучше. Залетел за него, не залетаем. Не забываем на лоб. Пойдет. Стоит. Я сейчас посмотрю, там нет мяча, нет мяча. Ты говори, перелетел и... Рано. Надо пускай не поймал, да, рано прыгнул. Первый не забывай, первый маленький. Тебя опять идет. Первый большой, а второй маленький. То есть у тебя то, что я говорю, да, первый большой, а потом маленький. Наоборот должен быть. То есть корректирующий шаг не должен быть маленький. Он у тебя маленький, когда перепасуем прямо над тобой. Вот сделали корректирующий. Вообще с шагом. Следи за ногами. Хорошо. Только в сторону и чуть прямо, чуть рано. Да. Смотри за ногами за этим. Сейчас более или менее нормально. То есть там идет у тебя большой, но более или менее второй большой. Более или менее нормально. Кинул я их. Пойдет. Бьем. Задача основная не сильно. Задача основная по технике. Научимся катать, потом научимся бить. Основная задача – каталы. О, смотри, пришли каталы. С ней несложно играть, они катают. Знаешь, такое, да, есть выражение? Опоздал. И... То есть, смотрите, да. И налево опустил. Мяч полетел. Если катать, это не значит, что прям вот так вяло. То есть, в любом случае, ручка идет сверху. Быстро, да, но не со всей силы. Опять сделала большой, а второй маленький. Пойдет. Руку не закрепощаем, рука останавливает, продолжает движение. Пойдет. Вот чуть-чуть перед прыжком делаешь паузу. Почему ты ее делаешь? Потому что ты рано делаешь движение, и тебе приходится делать эту паузу, чтобы не выйти раньше, понимаешь, да? Перед прыжком нельзя делать паузу, то есть ты сама гасишь себя динамику. И прыжок гасишь. Смотри, рука закрепощенная, расслабила. Пойдет. Но у меня видно, что делаешь с двух шагов. Ты такое ощущение, что делаешь у меня как будто с шага. Первый шаг сделай микро, вот такой прям. Рядышком поставь, когда будешь шагать. Пойдем. Сейчас хорошо по шагам. Осторожно, все. Чтобы не попал в тебя. Вперед, да, не дошел до мяча.